Это я для нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus готовлю такую идею, чтобы они, участники, они такие любознательные, они все найдут, они все сделают, и мы решим такую глобальную проблему человечества, потому что у меня идея такая: совы и жаворонки. Кто начальник? Ну, потому что мы понимаем, что в 6 утра надо вставать, идти там детям в школу, там людям на работу, раньше вот на заводы надо было в 6 утра, гудок там, и вся страна идет и пашет. Что на самом деле правильно? Ну, многие переделываются, некоторые есть совы на самом деле такие жуткие, как я, потому что я всегда любил мыслить вечером, у меня голова открывалась вечером. А в школу по утрам, ну такое мучение, ну я был такой старательный. Я там стоял, сидел, ну как положено. Учительница заходит в класс, детишки все встают, я помню, эти третий, четвертый класс. Я тоже так стою, как положено, и учительница меня хватит, говорит, вот как надо стоять, как Али стоит. А на самом деле, сколько мне это стоило, вы не представляете. Это такой ужас. Ну, значит, я сова. Ну, хорошо, но я-то не знал, что другие могут быть жаворонки. А в институте какой кошмар у меня был. В институте, ну, там 300-400, как я, студентов сидят на лекции. Ну, микрофон там слабенький, лектор там что-то говорит, а я сижу, мучаюсь, думаю, я из-за этого пришел утром в институт и ехал полчаса и так далее. Я думал, так все. А ведь, оказывается, не все, оказывается, есть жаворонки, которые спокойно себя там чувствуют. Да вот они и отличниками, наверное, были. Ну, наверное, сейчас посмотрим. И вот такая ситуация. Попал я в армию, ну, я же в мединституте учился, у нас офицерские сборы. И я думал, вот я там переделаюсь. Целых 2 месяца. Там, значит, надо лечь ровно в 10, ну, 22, так сказать. А встать ровно в 6... сапоги и сразу марш-бросок. О, 2 месяца. Я думаю, я там переделаюсь. С удовольствием поехал. И 2 месяца мучился, истязался. Просто невозможно. Я помню по утрам жарище там, Тарский учебный танковый центр. Все ребята такие бодренькие. Мы лежим там, устав учим. А я мучаюсь, какой устав, мне в голову ничего не лезет. Ну, короче говоря, все преодолел. Меня хвалили, как в классе, в школе. Да, мне потом заставили, как говорится, характеристики на всех писать, потому что они жаворонки, не жаворонки, а я оказался самый образцовый, потому что я там в армии понял. Тебя за хорошее не похвалят. А за то, что ты воротничок вовремя не пришил или в строй не стал вовремя, тебя начнут ругать, и в этот момент надо сказать, сейчас сделаю. А потому что другие в этот момент начинали рассказывать, почему они не пришили, да почему они там устали. И все стоят с ложками, например, на обед и ждут этого дурачка, который не понимает, кому нужны твои жалобы. Короче, не выпадай из нормы. Я был очень таким образцовым, при том, что я не досыпал, при том, что я мучился, при том, что оказалось, что... А я самый недисциплинированный, а при этом оказалось, что я писал всем характеристики. Ну вот ты представляешь. И вот жизнь такая. Толстой писал по утрам. Лев Николаевич. Гениальный человек, да? Вот я где-то читал, он по утрам, на рассвете писал. А я думаю, как он мог в это время думать? Ну, мы к этому еще вернемся. А Сталин работал по ночам. Все знают, что только у него вечером горело, значит, это самое окошко. И приглашал он всех на совещание вечером и так далее. Но он, наверное, был сова. Ну, теперь дальше. А я дружил, значит, с Министерством образования, замминистром, да? И с замначальником департамента образования. Ну, лично дружил. И имел возможность сказать, а давайте детям немножко, ну, чтобы они высыпались. Чего вот их так мучить? Потому что я-то по себе знал, как я мучился. Они говорят, а мы что можем сделать? Система такая.
Тогда я задумался, почему система такая? Думал, думал, думал и вспомнил, что жаворонок, когда утром встает, он уже и спать не может. Энергия пышет, да, прямо через край, и он там ходит, всех будет вставать, и лентяй, и вот у него такая структура, тип такой. Ну, а все вот, представьте себе, кого будут выбирать, например, министром, жаворонка или сову? Ну, кого будет выбирать? Ну, конечно, министра, потому что он рано встает. Ну, поэтому получается, что жаворонки рано встают, энергия у них через край, их выбирают, а под них весь народ вынужден потом подстраиваться. О, какая ситуация. А Маркс чем занимался? Маркс, капитал Маркса. Я не знаю, социально-экономические, производство, не производство, какие отношения, но, в принципе, мне профессор, которая на кафедре работала по марксизму и так далее, не отвлекайтесь на слово марксизм, на суть посмотрите. Она мне сказала, что самая главная идея была освобождение у человека времени, чтобы он мог мыслить нормально. То есть мне кажется, что все революции происходили потому, что люди пытались социоэкономические системы различные модернизировать под свои, собственно говоря, человеческие природные нужды. Освободить время для личного использования. Потому что там, когда был наемный рабский труд, ну, когда у человека было вовремя вставать для себя, как ему соответствует, потому что ему надо было таскать там мешки там постоянно с утра до ночи, от физического труда избавились, потом избавились от другого труда, потом от третьего, и в конечном счете, освобождаясь от этих зависимостей и освобождая человеку возможность думать. А почему? Потому что это природное качество человека, ведь человек по природе, как написано, Homo sapiens, человек разумный. Стало быть, он должен быть в соответствии со своей природной принадлежностью, да, которая тысячелетиями история отфильтровала и выявила эту сущность человеческой природы. Homo sapiens, человек разумный. Так вот, как же так получается, что, чтобы завоевать личное время, происходят какие-то революции социально-экономические, технические и прочие. И у Маркса так и получилось, чтобы человек мог иметь личное время. Ну, какое я мог иметь личное время, если я не досыпал, например? Потому что у меня вся энергия мозга уходила на то, чтобы подчиняться системе, стоять ровно, или, допустим, хорошо учиться в это время, когда мозг разрывается, взрыв мозга, как говорят, да, и мне, а мне хочется выспаться. И вот я борюсь сам с собой постоянно. Так эти же жаворонки, они же ведь какие? Вот там анекдот старый, помните, наверное? Отец сыну говорит, вставай, лентяй. Вставай, лентяй. Кто рано встает, тому Бог дает. Вот, говорит, сосед рано встал и кошелек на дороге нашел. А тот потягивается, да, и говорит спросонок, наверное, кто-то встал раньше него и потерял. Ну вот, видите. И вот теперь Толстой. Толстой работал по утрам. Это я где-то читал. Я задумался, как это так? А потом вдруг в какой-то момент встречаю книжку «Путь художника». «Путь художника», и там одна женщина пережила инсульты, и она, значит, потом стала по утрам рано вставать, ну, там, может быть, 6 часов, может, еще рано. Ну, по мне, так это состояние между сном и бодрствованием. И она автописьмо. Автописьмо – это когда ты пускаешь мысли на самотек и пишешь на автомате. Все, что в голову придет. И она так писала, писала, и вылечилась, и стала большим художником известным, и написала даже 4 книги «Путь художника», ее все знают, автописьмо. То есть свобода сознания, свободный поток. Поток. Мы еще к этому потом вернемся, я часто об этом говорили. И Чискен Михаил, мой любимый, тоже об этом говорит, поток.
Так поток у Толстого, потому что, может быть, даже он был сова, может быть, он был сова, но, может быть, он нашел для себя такой феномен, что он утром вставал и писал. Что там происходит? Вот я, когда по утрам вдруг раньше встаю, чем обычно, как сова, и вот я заметил, вот в этом состоянии между сном и бодрствованием какое-то особое пространство свободное. То есть ты там пишешь, вот что мне в голову приходит, тоже я пишу. Вот сейчас вот то, что я вам рассказываю, мне придумалось тоже утром рано, потому что я сидел, писал. А что если обратиться, значит, к нашим участникам школы «Человек будущего» Homo Futurus и задать им этот вопрос? Вот бы они поискали среди лауреатов Нобелевских премий, выдающихся музыкантов, писателей, поэтов, математиков, химиков, биологии и так далее, спортсменов, чемпионов, выдающихся, не придуманных, не рекламой не сделанных, а настоящих, там, в интернете, поискали их биографии и определили, они жаворонки или совы. Вот в их собственное личное время тогда было оптимальным, вечером было или утром. Да, вот это интересное же исследование, и наша школа, эту концепцию, если она развернет, посмотрит, сделает выдающиеся рекомендации. Да, ну вот одна из рекомендаций была такая, между сном и бодрствованием, автописьмо. Да, то же самое происходило в состоянии ключа. Да, да, ты когда из сильного стресса выходишь в нормальное состояние с помощью ключевых приемов, ты попадаешь в это состояние. И ты там можешь мечтать, и у тебя мысли текут свободно, как облака, и на этом контрасте быстрого перехода ты можешь там что-то изобрести. Ну, а этот самый известный художник Сальвадор Дали, его научили тоже ключу, но не я его учил, я не жил тогда. Его научил капуцин какой-то, ключ в руке он держал металлический, тазик медный там под столом. Сидел в кресле, там так вот задремывал и ключ держал. А ключ нужен был для того, чтобы если он заснет, чтобы он упал и зазвенел, и он проснулся. И он искал это состояние между сном и бодрствованием, и там вот это пространство. Поэтому Сальвадор Дали такой неожиданный в своих картинах, у него нет стереотипов, потому что между сном и бодрствованием это между рациональным умом и иррациональным умом. Ну, что Павлов говорил про сновидение, что это необычные сочетания обычных впечатлений. То есть, ну, Сальвадор Дали свободный от шаблонов, штампов всяких и комплексов. Так вот, Лев Николаевич Толстой по утрам работал, и мы выясним, был ли он сова или жаворонок, или он пользовался вот этой технологией по утрам, нашел для себя, он же гениальный человек, как он написал Ване Карениной, как Левин косил лук, и когда какие-то моменты он испытывал себя счастливым, потому что он тоже в поток попадал. Это я вам уже говорю как психофизиолог, изучая и Толстого, изучая и почему Агата Кристи, когда она писала свои детективы, всегда она писала это «моя тарелки там посуду», потому что автоматические движения повторяемые, как и косить лук, если в ритм попадаешь, голова освобождается. Ну, короче говоря, это очень интересная история. Итак, сова или жаворонок, кто начальник? Да, но есть такие люди, которые промежуточные, которые легко перестраиваются, а я не мог перестроиться, я помню, последнее я скажу вам, потому я и невротик, потому что я и был трусом, и поэтому я и храбрым был, и так далее. Почему? Потому что, оказывается, потому что я постоянно с собой боролся, будучи совой. Но мне надо было рано вставать и в школе, и в институте, и потом на работе, и так далее. У меня получилось однажды криз. Да. Я летом работал, ну, у меня уже дети были, я летом работал на контейнерном участке. Что такое контейнеры? Это когда тебе надо на автопокрузчик взять контейнеры. Я у своего товарища, он начальник был, летом. Контейнеры, это значит залезть на контейнер, эти крюки прицепить и потом кантовать контейнер, ставить на автопогрузчик с 7 утра или с 6 утра до вечера целый месяц, да, вот так, чтобы заработать.
А потом мы с ним идем по улице вечером, чуть-чуть коньячка выпили. И вдруг какой-то момент, вдруг все стало на меня рушиться, да, и меня стало трясти, и я такой страх, не знаю что, я потерял опору, время какое сейчас, пространство, где я нахожусь, такое жуткое состояние, паническое. Да, ну и он меня, Олег Зорин, привел домой, меня положил, и скоро приехала, да. Давление мне измерило, сказали, все в порядке, укол сделали, я заснул, и в конечном счете на следующий день мне мама говорит, ну, что с тобой было, ну, я ведь был белый, как полотно, а оказывается, а я говорю, а что, оказывается, у меня давление-то было 180-100, а я был еще, ну, студентик, да. А скорая помощь не сказала, чтобы меня успокоить. Лучше бы они мне сказали, я же в медицинском институте учился. Я бы тогда понял, у меня бы сложилось в голове, что у меня вчера был приступ гипертонический получился из-за того, что я все время себя насиловал, свои мозги. А тут как раз и месяц еще и на контейнерах носил. Короче говоря, было такое, что они мне не сказали, а надо было мне медику сказать потенциально. Я бы хоть немного успокоился, а так вот фобический синдром, он так и развивается. Криз, и потом человек не знает, он все время ждет, откуда это взялось, страх, и все время это ожидание его преследует, и малейшее даже вот немножко споткнулся, уже вызывает вот это вот, малейшая эмоция адреналиновая, что-то неприятное услышал, уже включается. Да, ну поэтому я и лечу успешно паники, потому что я умею, понимаю, почему это происходит. Ну, короче говоря, все это оттуда. Совы или жаворонки, кто начальник? И как быть, если ты жаворонок, или как быть, если ты сова, чтобы ты мог себя отрегулировать, чтобы ты меньше уставал, меньше боролся с самим собой, а быстрее выходил на оптимальное состояние, когда ты хорошо мыслишь, потому что ты homo sapiens, ради которого происходят все революции. До твоего личного времени, когда ты оптимально можешь мыслить. Вот тебе и марксизм, оказывается, а мы-то и не знали. Ладно, друзья. Итак, задание для всех участников школы Homo Futurus, человек будущего. Поищите, пожалуйста, лауреаты Нобелевских премий, выдающиеся музыканты, композиторы, биологи, химики и чемпионы мира, рекордсмены. В их биографиях они кто? Совы или жаворонки? Или распределяться поровну. Мне все-таки кажется, они совы.